августа 1945 года войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и 6 марта овладели городом и крепостью Грудзянск, Граудени. Мощным узлом обороны немцев на нижнем течении реки Висла. Подступы к городу прикрывали старинные форты, усиленные двумя поясами современных долговременных укреплений. Вражеский гарнизон состоял из большого числа пехотных и артиллерийских частей, а также танковых подразделений. В ходе боев наши войска взяли в плен более 5000 немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором Фрике и его штабом, а также захватили большое количество вооружения и военного имущества. За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника.